29 сентября в Законодательном собрании Омской области состоялось торжественное чествование представителей добровольческого движения. Заместитель председателя правительства региона Татьяна Дернова провела награждение победителей и призеров регионального этапа международной премии «Мы вместе». Я поздравляю вас с наградой. Я очень хочу, чтобы этих наград в вашей жизни было еще много. Но самая большая награда от тех людей, которым вы реально помогаете. И, безусловно, безмерно гордимся мы вами и благодарю вас вновь и вновь и от Александра Леонидовича Буркова, от всего правительства Омской области и от всех омичей. Социальные проекты в 9 номинациях представили более 170 добровольцев. Победителями стали 23 инициативы. Проект директора Северного драматического театра Анжея Неупокоева «Своя территория. Социальный театр» был признан лучшим в разделе «Страна возможностей». Проект зародился благодаря началу постановок у нас социального направления для подростков. Идея проекта заключается в том, чтобы научить как раз подростков не спонтанно принимать какие-то решения, порой даже агрессивные какие-то решения, а подходить к любой ситуации взвешенно, анализируя ее, и чтобы это было комфортно как для них, так и для окружающих. Победителями и призерами регионального этапа стали люди разных возрастов. Появилась специальная номинация для школьников, повысилась активность студентов и предпринимателей. Увеличилось число проектов, связанных с физической активностью омичей. В номинации «Здоровье нации» победил проект «Здоровое поколение», представленный руководителем организации «Отважные мечтатели» Ольгой Пегасиной. Два очень замечательных проекта мы реализовывали в 2020 и 2021 году. Это «Здоровое поколение» и «Богатырская наша сила». На данные проекты мы в Калачинском районе в 3 сельских поселениях оборудовали тренажерные залы. В самом городе Калачинске у нас появились новые тренажеры в нашем молодежном центре. Данные тренажерные залы посещают как несовершеннолетние дети, так и взрослые и пожилые наши жители Калачинска. Участников полуфинала проекта «Мы вместе» определит Федеральная экспертная комиссия. Финал и вручение премии пройдет в Москве с 3 по 5 декабря.